Отравление угарным газом в отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. Когда позвонил Гриша, я не сразу понял, что случилось со Славой. Избив все рассказы, я только понял, где находились именно парни. Мы побежали к Славе, он висел над озером, а его голова была в воде. Если пострадавшему не оказать медицинскую помощь, то летальный исход неизбежен. В таких случаях главное действовать быстро. На грани. Перец. Царь острых ощущений.